Приветствую, друзья. Сегодня начнем с небольшой распаковки наше занятие, но распаковывать будем не вот эти краски. Если заметили, то у меня сегодня не акварель, а вот такие вот баночки. Баночки гуаши. Мы все привыкли, что гуашь это вот что-то такое вот яркое, непонятное. Со школьных времен осталось, но на мое удивление время изменилось и вообще ситуация изменилась на рынке художественных материалов. И вот попалась мне на глаза вот такая вот гуашь. В принципе, первый раз я на такую вижу, но я особо не приглядывался, потому что всегда занимался акварелью. Но вот тут мне попался такой набор интересный. Не смог я пройти мимо. Ну и мои девчонки на занятиях давно просили меня, когда мы будем рисовать гуашь, И вот смотрите, какой интересный набор. Во-первых, о палитре. Ну то есть вот такая богатая палитра в гуаши, конечно, редко встречается. В плане того, что мы привыкли, там, что базовые цвета там 6-12, вот здесь 36 цветов. Расфасовка, как в принципе в масляной, в масляных красках, как в темпере, например, то есть в тюбиках, тюбики по 12 мл, конечно, хотелось бы миллилитров, конечно, бы хотелось побольше, но в принципе очень интересный вариант, не знаю, как по цвету, тоже интересные оттеночки такие, вот прям смотрю, уже забегаю вперед. Вот такая вот коробочка, я думаю, что мы немножко наши разбавим акварельные занятия рисованием гуашью. Попробуем порисовать со школьных времен, наверное, со студенческих не рисовал. Это уже лет 30 прошло, когда я пробовал гуашь, даже забыл, как вообще и пишут. Но я думаю, что тут ничего сложного нет. Гуашь все-таки попроще, чем акварель. Но вот сам вариант того, что можно гуашь теперь вот фактически не мешать, а получить вот такую палитру, меня очень вдохновляет. Попробуем, порисуем. Я думаю, что какие-то мастер-классы, может быть, у нас получатся с вами. Ну и все-таки разнообразим подход к нашим всяким пейзажным историям. Вот такая гуашь. Единственное, что я бы, конечно, вот в этот набор положил бы, например, 3, а то и 4 бы тюбика белый. Потому что, в принципе, белила идут в замес к каждому, и этого, конечно, очень мало. То есть, если вдруг вздумаете рисовать, стоит сразу белил закупать отдельно. Я думаю, что можно и банку взять белил, большую гуашевую. Вот. Но посмотрим, какая у них консистенция, как они у нас кроют, не кроют, матовые, не матовые. Ну, вот такая вот коробочка. Название бренда называть не буду, в принципе, сами поймете, вот тут все видно, то есть это у меня такая не рекламная история, просто, в общем-то, творческая. Тут, кстати, вся палитра, гуашь 36 цветов, ну, забавные, забавные такие красочки. Вот, охра желтая интересная такая, вот крем-брюле, названия даже такие забавные. Шоколадная, травяная, зеленая, малахитовая, ну, в общем-то, палитра приятная. Вот, производитель немножко радует. Вот такая у нас, друзья, небольшая распаковочка. В общем, ждите новостей. Уже теперь не акварельных, а гуашевых. Порисуем.